Реконструкция моста проводится по наказам избирателей. Жители Дагомыса обратились с просьбой к депутату городского собрания Сергею Эксузяну. Народный избранник не заставил себя долго ждать. К работам строители приступили незамедлительно. Сегодня специалисты завершают установку ограждений. Вопросы безопасности, подчеркивает депутат, превыше всего. Работы идут. Я думаю, что где-то через неделю мы эту работу закончим. Также есть обращение гражданина-инвалид. Он просит, чтобы был пандус. Значит, пандус тоже будет сделан. Реконструкция моста — это как ремонт временного характера, потому что в данном месте идет проектирование нового моста, который будет соответствовать последним нормам. Это будет двухсторонний проезд плюс тротуары и освещение. Также в проекте предусмотрена установка опор уличного освещения, а затем и благоустройство тропы вдоль реки Западный Дагомыс. Это станет своеобразным променадом для местных жителей. Отсюда, с улицы Российская, пешеходная зона приведет на Батумское шоссе прямо к Дому культуры. На Армавирское же благоустройство практически завершилось. Новые тротуары, парковки, детские площадки, подпорные стены, в том числе во дворах, для придомовых клумб. Все это Сергей Эксузян реализует, опираясь на существующую дорожную карту и наказы избирателей. К слову, парковка скоро появится и в районе 94-го дома по улице Армавирской. Место освободилось благодаря сносу незаконных гаражей. Депутат городского собрания Эксузян Сергей Сергеевич много делает для того, чтобы его район был, зона его, так сказать, ответственности, приобретала такой хороший вид, было благоустроено, было удобно людям, избирателям. И, в общем-то, уже жалоб, которые там поступали, в общем-то, нет. Люди видят, что есть улучшение, есть как бы прогресс. Вот, лучше стало, как комфортнее жить, да. Такие изменения произошли буквально за год, отмечают местные жители. Ну а дальше больше, обещает народный избранник. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.